Добрый день, дорогие коллеги. Сейчас немножко отрегулирую звук, и мы с вами приступим к очередному подкасту. Так, секундочку. Вот, наверное, вот так вот. Должно быть хорошо. Итак, добрый день, дорогие коллеги. Поздравляю всех с результатами вчерашнего матча. По-моему, чемпионат у нас проходит очень неплохо. И я думаю, что имеет смысл через какое-то время вообще поговорить о каких-то предварительных итогах. Но сегодня у меня тема несколько другая. Вследствие я написал, вчера опубликовал статью на Republic, посвященную пересмотру пенсионного возраста. Вот сегодня хотел немножко поподробнее поговорить об этом. Но для начала я хочу обратить ваше внимание на материал, который был опубликован недавно в Financial Times, посвящен Банку Открытия, да, то есть, по сути дела, большое такое расследование, связанное, которое рассказывает о том, почему произошло фактически падение Банка Открытия и о участии Банка Открытия в разгоне курса акций Банка ВТБ. Такой достаточно большой вдумчивый материал. Интересно, не буду, собственно, наверное, нет смысла пересказывать. Интересен он в основном, наверное, только тем, кто глубоко влезает в тему ситуации в банковском секторе. Но, тем не менее, в общем-то, рекомендую обратить на него внимание. Вот. Что же касается нашей темы, о которой я сегодня хотел поговорить, статья, которую я опубликовал, озаглавлена «Старик, надо поработать, как пенсионная реформа изменит взаимоотношения поколений». И в ней я как раз рассматривал вопрос о том, какие последствия будут у реформы пенсионного возраста. Но для начала я хотел бы сказать следующее. Естественно, у нас окончательное решение, окончательный закон, да, поправки в пенсионный закон будут носиться, наверное, уже после там, чемпионата, через какое-то время. Поэтому вероятность того, что итоговый документ сохранит вот это правило 63 года для женщин и 65 лет для мужчин, я думаю, что эта вероятность, ну, если не сказать крайне мала, она как бы не стопроцентная далеко. Да? Наверное, сейчас нам предложили самый жесткий вариант, дальше этот вариант будет каким-то образом регулироваться, будут носиться изменения. Будут носиться изменения, мне тут говорят, что у меня немножко, я стараюсь оставить чуть-чуть музыки, чтобы она заглушала фоновой шум. Вот. Будут носиться изменения в это законодательство и пенсионный возраст. Какие будут итоги, непонятно, конечно. Но здесь что самое важное? Самое важное следующее. Пенсии вообще со времен Советского Союза носили у нас такой, на самом деле, сакральный, священный характер. Почему это происходило? Происходило очень по простой причине. Труд у нас был сильно регламентирован. Несмотря на то, что труд рассматривался советской идеологией как самое главное достоинство, как самое главное, я бы сказал, как самое главное достижение, наверное, высший как способ существования человека, тем не менее труд носил ярко выраженный принудительный характер. Да, допустим, о том, чтобы в обычных организациях, о том, чтобы отпроситься с работы, там, уйти пораньше, там, прийти попозже, индивидуальный график, это все казалось абсолютной совершенно фантастикой. Люди были должны работать вот с 6 до 9, там, ну, и, там, с 9 до 6 и так далее. То есть рабочее время отмечалось очень жестко. Один из моих бывших наставников рассказывал свое время, как он работал в одной внешнеторговой, по-моему, организации, и там в 5 часов 25 минут сотрудники одевали на себя одежду, шапки, брали чемоданчики, складывали такие портфельчики, ставили эти портфельчики на столе, перед собой держали будильник, да, часы, и ровно в 5 часов 30 минут они уже одетые вскакивали и выбегали на улицу, да, потому что они не имели права уйти ни на минуту раньше и не хотели задержаться на работе ни на одну минуту. Да? То есть вот так вот, собственно, выполнялось это правило. Конечно, вот этот
принудительный и жесткий характер, характер труда, да, он приводил к чему? Приводил к тому, что человек ждал, действительно ждал пенсии, потому что именно в момент пенсии он становился настоящим, по сути дела, настоящим гражданином. Ведь что такое человек, у которого фактически жестко, да, жестко отнята система, государство отняло большую часть его жизненного времени? Это человек, не имеющий полноценной жизни. Да? Если у него возникает любая какая-то проблема, больные родители, там, допустим, да, праздник детский в школе, там что-то еще, там спортивные соревнования ребенка днем, да, он не может их, не имеет этой возможности. И это, конечно, достаточно жесткая и трудная ситуация для каждого человека. Поэтому только с выходом на пенсию советский человек обретал вот эту свободу распоряжаться своим временем. У него не было гражданских свобод, он еще не мог выбирать, там, да, он не мог, там, допустим, копить, он не мог там иметь какую-то собственность, но хотя бы он получал вот это вот собственное время. И это действительно была очень важная вещь. Именно поэтому у нас очень многие, допустим, да, во многих сферах на пенсию выходили люди раньше, да, это было такой вот большой частью соцпакета. Ну, мало ли, там, допустим, да, я поеду на север, буду там трудиться, все равно я еще молодой, зато я на пенсию выйду, там еще мне 40 не будет. Да, вот такие вещи были распространены, и действительно они были важны для советского человека. Надо еще отметить такую вещь, что да, кстати, многие этого не знают, но даже законодательно запрещено было не работать. То есть я вот посмотрел, например, да, посмотрел по источникам в Советском Союзе, если человек не работал без уважительной причины, там болезнь, еще уход там, за кем-то, инвалидность там, и так далее, больше 4 месяцев, то в принципе по уголовной статье он мог попасть в тюрьму на 4 года. Да? То есть вот такие вещи. Мы знаем все, да, что Иосифа Бродского за тунеядство судили, да, потому что считалось, что написание стихов это не является трудом, ну и так далее, да, причем вне зависимости от доходов. Вот. Поэтому, да, что произошло? Фактически, вот мы сейчас получили наследие вот этого представления. Еще одна важная вещь с точки зрения пенсии. Крепкий физический пенсионер или пенсионерка в 50 лет была очень важна для советского домохозяйства. Советского домохозяйства, которое было лишено бытовой техники, да, там не было там нормальных стиральных машин, там не было сферы услуг и так далее. Очень много в любом домохозяйстве было домашнего труда и домашней работы. И опять же, связанные там с теми же детьми, например. Целое поколение советских детей вырастили бабушки и дедушки, да, которые могли забирать детей из школы, которые могли заниматься с детьми, которые могли возить детей, водить на какие-то там на соревнования, кружки и так далее. Да? То есть то домохозяйство, в котором была там боевая, деловая, активная бабушка или дедушка, да, конечно, дети развивались гораздо лучше, потому что имели, безусловно, гораздо больше возможностей. Если этого, допустим, вот такого в домохозяйстве не было, то ребенок был обречен на существование детей там сколько-то лет на продленке, ну, понятно, со всеми вытекающими последствиями. Вот, соответственно, вот это все нам досталось в наследство, а дальше произошло, что в 90-е годы, когда полностью, в конце 80-х, 90-х, когда полностью вся эта система рассыпалась, то фактически вот те люди, которые вышли на пенсию, они потеряли в социальном статусе, они вдруг оказалось, что они не способны, у них недостаточно денег для того, чтобы жить, для того, чтобы существовать. Но тогда, поскольку социальный статус пенсионера в обществе был высок, то работающее поколение достаточно легко, да, легко взяло на себя вот эту моральную, да, моральную ответственность, моральное обязательство. Да, уважаемые там, товарищи пенсионеры, действительно, вот так получилось, что вы оказались обмануты, вы рассчитывали на одно, а вы этого не получили, и общество несет перед вами, по сути дела, вот эту вот какую-то нагрузку. Именно поэтому вся риторика, которая касалась там, людей пожилого возраста, любых пенсионеров, даже не обязательно пожилого возраста, любых пенсионеров, никому в голову, например, не приходило, да, предлагать тем же самым там, пенсионерам, которые вышли на пенсию раньше, да, в связи там, с работой на севере, еще что-то сказать, идите, слушайте, что вы там жалуетесь, да, вы идите работайте, да, еще можете подзаработать спокойно. Нет, общество, это интересный феномен, общество взяло на себя вот эту ответственность и нагрузку,
И именно, может быть, поэтому, с одной стороны, да, с одной стороны, половина людей, работающих, вообще не имеет ни малейшего представления, сколько они платят в пенсионный фонд и как эти деньги расходуют. Ну, как эти деньги расходуются, никто не знает, да, вот половина не знает, сколько они платят в пенсионный фонд. А та половина, которая знает, она, в принципе, это опять же принимает, потому что считает это частью такой вот, ну, какого-то социального договора. Теперь же, если мы пересматриваем, если пересматривается пенсионный возраст, то происходит интересная, очень интересная история, то фактически это означает, что поколение работающих, современное поколение, да, снимает себе эту ответственность и говорит, знаете что, ребята, вот, у вас теперь достаточно времени, да, у вас теперь достаточно времени, достаточно здоровья должно быть, да, чтобы обеспечивать себя. Поэтому идите, трудитесь, да, мы не будем больше вам сочувствовать, мы будем сочувствовать тем, кому старше, кто старше 70, да, по сути дела, как в Европе, да, там написано, что, допустим, в метро, там, в европейском метро, например, часто написано, уступайте места лицам старше 70 лет, да, то есть вот не пожилого возраста, да, не пенсионерам, а именно там, то есть вот это вот граница, как бы граница трудоспособности, то есть мы будем сочувствовать, поддерживать вот этих людей, а остальные должны сами себя, по сути дела, сами себя обеспечивать. Это важная подвижка, да, которая на самом деле отчасти может быть сравнима, ну, только вот, наверное, с противоположным знаком в какой-то степени, но я имею в виду по степени там результата, да, по масштабу результата с переходом военной службы с 2 лет на 1 год, да, потому что сколько лет там в советские времена и постсоветские времена пытались побороться с дедовщиной, вот, и, по сути дела, переход на одногодичную службу, по сути, решил эту проблему. Да, здесь немножко будет другая история. Здесь, наверное, я думаю, что на коротке, на достаточно коротком промежутке времени, вот это решение создаст дополнительные проблемы, потому что оно действительно дестабилизирует устоявшийся такой вот социальный договор. Другое дело, что не очевидно, что, конечно, социальный договор в любом случае надо пересматривать, потому что мы должны понимать, что те, допустим, пенсионеры, которые в 90-е годы оказались без, там, допустим, без средств к существованию или с маленькой пенсией, это одна история. А те, допустим, люди, которые выходят на пенсию, там, ну, будут выходить, давайте, да, через 10 лет, это будут те люди, которые, в принципе, прекрасно понимали, да, вот они прекрасно понимали, с чем они имеют дело, прекрасно должны были понимать, как бы, масштабы бедствия, пенсионного обеспечения и так далее. То есть это будут те люди, которые просто, ну, были, либо не смогли позаботиться о себе, либо не захотели, да, это тоже такая вот интересная и важная история. Ну, и еще один маленький, но важный нюанс пенсионного обеспечения, это, конечно, занятость, да, я посмотрел на статистику занятости, на статистику Росстата, я уже об этом говорил, там достаточно, опять же, странная вещь, что 44 миллиона работают в организациях, то есть, по сути дела, вот, фактически платят, наверное, вот этот налог, а, допустим, 72 миллиона считают себя занятыми, да, то есть они, когда вот их опрашивают, это по результатам опроса, Росстат проводит опрос и спрашивает, вы работаете? Да, я работаю. Чем вы занимаетесь? Ну, я предполагаю, к сожалению, глубоко методику я не смотрел, но, тем не менее, я предполагаю, что это так, да. А чем вы занимаетесь? Ну, блогер я, например, или там домохозяйством я занимаюсь, или еще что-то, да, то есть, но, тем не менее, вот списочный состав институциональной работы, это 44 миллиона человек. И это очень важно, потому что если мы считаем себя социальным государством, и если мы сейчас говорим о том, что там государство проникает все глубже и глубже во все сферы, там становится крупнейшим работодателем, вот эта вот доля, что из 72 миллионов только 44 работают, что называется, вот так вот по найму, да, вот как бы в рамках институции, да, вот это, конечно, очень маленькая доля. И это очень, я бы сказал, пугает, потому что те же самые, там, допустим, если мы сейчас, вот сейчас бы у нас произошло вот пересмотр пенсионного возраста, у нас на рынок вышло бы труда, вот к рабочей силе еще прибавилось бы 15 миллионов. На самом деле понятно, что нельзя так напрямую считать эти 15 миллионов, не совсем, да, не совсем так, потому что через 10 лет, когда это будет все вступит в силу, немножко другая будет поколенческая структура, да, но тем не менее, наверное, порядок будет такой. Вопрос, конечно, занятости, и занятость
сложности не только в том, что, ах, вот, допустим, человек, как же он будет искать работу там, в 65 лет, например. Но надо понимать и нам, и уважаемым нашим миллениалам, представителям поколения миллениума, да, что на самом деле в реальности будет все происходить несколько по-иному. На самом деле сейчас, вот если будет пересмотрен вообще возраст пенсионный, то начнется постепенное изменение структуры занятости вообще в компаниях и в организациях. Люди сегодня начнут беспокоиться о том, ага, хорошо, да, мне до пенсии еще там сколько-то там, допустим, я не знаю, там 20 лет, да, 20 лет до пенсии, и я там хорошо работаю в какой-то организации. Надо мне сделать так, чтобы я благополучно до пенсии занимал вот эту вот там прекрасную там должность, да, вот. А что для этого нужно? Для этого нужно, естественно, немножко модифицировать, немножко изменить вообще то, как устроена работа сейчас в организациях, вообще какой-то возрастной состав и так далее. То есть и поэтому вот это вот, наверное, самыми, может быть, действительно, миллениалы окажутся, с одной стороны, они снимут с себя обязательства по обеспечению, социальные обязательства, нравственные обязательства по как бы обеспечению, содержанию старшего поколения, но с другой стороны, конечно, за это придется расплатиться гораздо более большими сложностями в поиске работы и в карьерном росте, потому что, опять же, как я уже говорил неоднократно, еще до проекта повышения пенсионного возраста у нас происходит и естественное, по сути дела, естественное смещение возрастное у нас продлевается у людей, молодость продлевается, период активной деятельности, и в первую очередь, конечно, от этого страдает молодое поколение, для которого не освобождается достаточное количество вакансий. Вот. Поэтому, если вы в ленте у меня видите ссылку на мою статью, в принципе, я там рассказываю примерно об этом же, только гораздо короче. Я счел нужным, наверное, поподробнее поговорить о этих вопросах. Вот. А что еще я хотел сказать? Да, ну, спасибо большое всем за внимание. И, кстати, рекомендую, я в эти выходные посмотрел замечательный фильм, хороший фильм, давайте так скажем. Нельзя сказать, что он прям замечательный, но очень хороший фильм «Лето» Кирилла Серебренникова. И, собственно, всем рекомендую. Действительно, совсем это совсем не то, что ты ожидаешь, когда читаешь рецензию или объявление, где написано «фильм про Виктора Цоя». Это фильм совсем не про Виктора Цоя. Фильм очень хорошо снят, замечательным совершенно саундтреком, с прекрасным настроением и действительно, который создает хороший летний настрой. Всем спасибо за внимание и желаю вам хорошо провести остаток недели и выходные. Да, и еще хотел сказать, что я выкладываю теперь записи всех вот этих подкастов на канал в YouTube. Канал называется MarketBeat Live. Да, подписывайтесь на этот канал, и, соответственно, вы тогда сможете в записи смотреть все мои ролики. Спасибо большое.